Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре беспроводной эхолот FishFinder XG01. Заказывал я его на AliExpress. Обошелся он мне в $45 с учетом кэшбэк. Ссылку на продавца и на кэшбэк я оставлю под видео. Ну, давайте откроем его. В такой коробочке он упакованный. Так, здесь у нас есть инструкция на английском языке. Кому интересно, я оставлю ссылочку под видео. Я перевел полностью эту инструкцию. Вот, вся инструкция будет на русском языке. Ссылочку я тоже оставлю под видео. Можете скачать, смотреть. Ну, давайте коротко сейчас я вам расскажу. Значит, у нас в комплекте идет вот такой вот эхосонар. Сейчас мы его откроем. Посмотрим, что внутри. Так, здесь у нас подключение для зарядного и сама антенна. Внутри встроен аккумулятор. Здесь у нас контакт. При прикосновении воды сам сонар включается. Имеется вот такая вот силиконовая прокладочка. Вот, ну, очень плотно все закрывается. Я думаю, вода сюда не должна попасть. Итак, мы можем видеть светящийся светодиод при зарядке. Вот. Так, ну, смотрим, что у нас здесь дальше. Сам эхолот. Значит, что можно по нему сказать? Пластик здесь качественный. Полностью он выполненный с резиновой прокладкой. Вот, по всему контуру имеется резиновая прокладка. Разъем для батареек. Вот, имеет тоже полностью резиновую прокладку. Так что вода, наверное, сюда не должна никак попасть. Вставляется сюда 4 батарейки типа 3А. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас. Так. Еще у нас есть кабель для зарядки самого батареи сонара. Шнур, который можно будет вешать эхолот на шею. Вот такой вот он. И антенка. Так, мы сейчас ее закрутим. Вот так, вставляем батарейки. Вот так, крышечка здесь как плотно закрывается, так плотно и открывается. Вот так, закрыли. Так, ну давайте теперь его включим. Так, он у нас включился. Буковка S вот это светится, это идет симуляция. Симуляция работы самого эхолота. Ну, сейчас мы зайдем в меню, я подробно все расскажу. Ну и так, давайте вам немножко расскажу о самом экране. Значит, первое у нас верхнее значение, это глубина. Значит, второе значение – температура воды. Показывают рыбы на каких глубинах. Показывают рельеф дна, трава. Траву показывают, можно рассмотреть. Ну, опять же, смотря сколько вы им будете пользоваться, можно будет рассмотреть траву. Имеются также звуковые сигналы увеличения глубин. Это выставляется. И выставляется обнаружение рыбы. Так, имеется у нас, видим, батарея самого эхолота, заряд, и заряд именно сонара. Имеется шкала глубин. Значит, это у нас режим симуляции или режим реального времени, который тоже включается. Вот у нас тут выбивает именно обнаружение, это по обнаружению рыбы.
Ну так, давайте теперь перейдем в меню и посмотрим, что у нас по меню. Ну и так, давайте еще коротко по самим клавишам. У нас клавиша включения-выключения, клавиша выхода из меню, клавиша самого меню и клавиша расширения. Ну и так, перейдем в меню. Первое у нас это чувствительность. Чувствительность у нас выставляется от 5% и до 100. Значит, для чего выставлять чувствительность, кто не знает, это для того, чтобы, допустим, в толще воды много маленькой рыбки, чтобы сонар ее не видел, мы выставляем чувствительность меньше. Но опять это все выставляется в зависимости от глубины. Опытным путем можно будет выставить именно тот параметр, который вам на данном водоеме будет нужен. Второй параметр Fish Alarm – это сигнализация обнаружения рыбы. Это мы можем или включить, или выключить. Это именно будет звуковое оповещение о нахождении рыбы. Третий параметр у нас здесь – глубинная сигнализация. Можем выставить глубину. Допустим, вы знаете, что в каком-то, в какой-то речке или озере имеется какая-то яма, и якобы, чтобы ее не пропустить при проводке, мы выставляем глубину. Допустим, средняя глубина 3 метра, а яма у вас 6. Можно сразу будет выставить здесь 6 метров. Вот, и при проводке подастся звуковой сигнал, так что можно даже будет и не смотреть на экран, просто тянуть прибор, часана, или просто отключить. Так, следующий режим у нас, опять нажимаем на меню, это у нас режим подсветки. Выставляется вот от 10% до 100%. Ну, единственным минусом, конечно, данного эхолота, это дешевизна самого монитора. Вот, и контрастность самого дисплея. В яркую погоду будет очень плохо видно. Нужно будет или прикрывать, или какую-нибудь в коробку какую-то ложить его, чтобы было хорошо видно. Так, ну поехали дальше. Следующий режим у нас — скорость проводки диаграммы. Это с какой скоростью будет идти у нас диаграмма. Можно выставить среднее или 40-50. Это можно опять же будет смотреть на симуляторе, с какой скоростью будет у вас идти продвижка. Так, следующее. Это единицы измерения, метрические или не знаю какие-то. Ну, нам нужны метрические, это метры, Цельсии. Ну и так, следующее меню. Это калибровка экрана. Ну, как бы еще объяснить. Значит, можно выставить, допустим, если вы ловите на больших глубинах, калибровка экрана будет в больших размерах идти. Ну, лучше выставлять в автоматическом режиме. Так, и еще хотелось бы напомнить. Дальность данного прибора, заявленная производителем, 100 метров. Ну, хотя можно будет усилить с помощью другой антенны, взять более длиннее, ну, усилить до 120-150 метров. Я думаю, это будет реально. Так, ладно, поехали дальше. Так, режим у нас симуляции и режим реального времени. Это когда уже, конечно, будете ловить. Режим симуляции — это просто когда вы включаете режим симуляции и проводите все настройки, выставляете сам дисплей под себя. Так, следующее меню у нас — это у нас фильтр шума. Значит, у нас здесь получается три режима: фильтра, хитч, выключен и лоу. Значит, для чего он нужен? Для отображения на экране отражаемого сигнала. Если, допустим, в воде имеются какие-то непонятные, ну там что-то плавает, я не знаю, может трава какая-то, которую вам не нужно видеть, чтобы он не отражался на экране, мы выставляем в зависимости от этого и этот параметр. Ну, в принципе, разобраться будет несложно. Притом, я напомню, я под видео оставлю
руководство по эксплуатации, которое я уже сам перевел. Вот, значит, вот здесь можете все подробно почитать, все описано и все на русском языке, что какие функции и слова обозначают, здесь все будет. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, продолжение будет, будем испытывать данный прибор на водоеме.